Президент подписал закон об амнистии в связи с Днем народного единства, а под нее попадают 4500 осужденных. 1600 из мест лишения свободы, среди них 10 несовершеннолетних, 500 из исправительных учреждений открытого типа, почти 2500 из уголовно-исполнительных инспекций. Мера не касается тех, кто совершил преступление террористической и экстремистской направленности. Почти 5500 пострадавших зарегистрировано в Беларуси за последние две недели. 1226 из них – дети. Всему виной гололед и мороз, сообщили в Минздраве. В Могилевской области 892 пациента. Госпитализированы 87 человек. У 882 диагностирована гололедная травма, у 10 – холодовая. Из-за изменений погодных условий в зимний период количество обращений к медикам увеличивается в 2-3 раза. В Беларуси работники культуры получат значительную надбавку к зарплате. Музееведам, искусствоведам, библиотекарям, музыкантам, артистам и другим специалистам сферы прибавят от 20 до 45% в зависимости от образования и должностных обязанностей. Выпускникам вузов плюс 40%. Постановление вступит в силу с нового года. БелЖД расширяет возможности оплаты билетов в терминалах самообслуживания. Проходит тестирование расчетом по QR-коду. Изменится и внешний вид квитков. Они будут печататься на термобумаге, а информация станет более понятной и наглядной. С 11 декабря, напомним, вводится новый график курсирования поездов. Он сформирован с учетом интересов пассажиров. В Могилевской области пройдут электронные ярмарки вакансий. Соискатели получат возможность задать нанимателям интересующие вопросы и приглашение на собеседование в режиме реального времени. В Бобруйске пообщаться онлайн с будущим работодателем можно будет 9 декабря с 10:00 до полудня.